Целиком сожрать решил? Ты делся. Мой священный дар навеки.
Гнездо, это Кондор-1. Как слышно? Кондор-1, ты 3 часа не выходил на связь. Как ты там? Прости, я в норме. Это не повторится. А церковь? Как раз ищу, чем ее отпереть. Поняла. Рада, что ты цел. Отбой. Прощай, посудина. Серьезно? Чего, бля?
Что это за место? Святилище, что ли? Тот же символ, что и в церкви. Озеро. Да, есть. Это я возьму. Come on.
Черт.
Ahí está. Что тут творится?
Дивай. Черт.
У меня есть новые товары. Посмотри. Порадуй себя, друг. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Придешь, когда освободишь место. У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. Дрэк, спасибо. Спасибо. Славная сделка. Спасибо. Отлично. Ты профессионал. Спасибо. Удачи тебе, чужак. У меня все товары высшего качества. О-о-о! С этой штукой ты сможешь проложить путь в толпе. Ты молодец, друг. Чем еще могу услужить? Ты только это... Не убейся. Привет. Это поможет тебе проучить их. Приходи в... Любое. Время.
Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Я продаю много отличных товаров, чужак. Нам все равно, рука как раз то, что нужно. Молодец. Я знал, что ты поможешь. О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Чем еще могу? Ты только там не убей! Привет! Все, что есть перед тобой. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Я продаю... До встречи! Привет. О, что покупаем? Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. О, куплю по высокой цене. Готов купить почти все. Я продаю много отличных товаров, чужак. О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Держи. Все, как ты хотел. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит рай. Приходи в...
любое время. Хорош кривляться. Так,
Твоего Эшелу! Серьезно? Detrás de ti, imbécil. No dejéis que se escape. Coño.
еще? Гнездо. Это Кондор-1. Нашел ключ от церкви. Поняла. Теперь ищи Орленка. Да, болтать некогда. Выдвигаюсь. Кондор-1, конец связи. Все. Thank you.
Ты выполнил просьбу, да? И славно! В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Понимаешь, не все можно купить за деньги. Вы... Выполни оставшиеся просьбы, прежде чем... Привет! Есть кое-что новое, чужак. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Хочешь продеть нитку в иголку пулей, друг? Ха! С этой вещью не прогадаешь! Итак, добро... Пути. Привет. Я обновил ассортимент, друг. Славная сделка. Спасибо. Чем еще могу услужить? Регулярный уход и забота. Без этого никак. Приходи в... любое время. Привет. Что покупаем? Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю.
Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Чем еще могу услужить? Доброго пути.